С вами вновь канал «Я и мой хвост», и его автор и ведущий Олег. Сейчас меня упрекают все практически то, что я снимаю очень мало роликов, какие-то ролики такие несуразные, да, там, как с собакой пошел погулял, там, что-то в этом духе, ничего такого серьезного. Ребят, я вас прошу прощения, но я вам обещал новый проект, да, и он как бы практически уже состоится скоро. Меня в Инстаграм уже давным-давно знают, да. Те, кто, кстати, подписывайтесь на Инстаграм, вы будете в курсе событий, тогда что происходит. А те, кто не подписан на Инстаграм, я вот сообщаю о том, что у нас есть сейчас вот такой вот племенной жеребец, прям реально племенной, вот такой вот родословный, обалденный шетландский пони. И я тут был занят очень сильно в строительстве вот этой вот конюшни, да, тут надо было привезти, засыпать территорию, чтобы он не по земле ходил, а именно вот по песочку такому. Опять же, надо было и привезти, видите, тут и инвентарь купить, и опилок надо было. В общем, тут дел очень много надо было сделать. Ну, вот видите, у меня тут градусник есть, да, градусник с температурой, с влажностью, то есть у нас все по уму. Пони у нас уже приносит первую прибыль, да, конский навоз, он продается. Но в коммерческих целях я его не планирую использовать. Зовут его, кстати, Успех, да, Успех. Вот такой хороший, островистый, правда. Вот, но мы с ним находим уже общий язык. Дрессировки лошадей, собак есть очень много общего. И вот я бы хотел бы вам в будущем немножко рассказать об этом. Ну, подход немножко другой, но тем не менее. Общее есть, то есть подкрепление, мотивация и так далее. То есть, и здесь, смотрите, для тех, кто работает с собаками, то, кто думает приобрести собаку, я вам рекомендую приобрести мой курс «Городская собака», который стоит на данный момент всего лишь 2900 рублей. То есть 7 недель занятий с моей поддержкой в WhatsApp. Да, вы увидите теоретическую часть, видео, как работать с животным нужно. Увидите ошибки, которые допускают люди при выполнении тех или иных домашних заданий. Да, ну и еще 7 недель, плюс там уже ко всему, мы будем с вами работать непосредственно в WhatsApp. Поэтому берите курс для того, чтобы начать понимать свое животное. Ну, и следите за выпусками «Я и мой хвост». Начинается вообще очень новое все. Ставьте колокольчик, да, нажимайте колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления. Можете ставить лайки, дизлайки. Кто хочет поддержать проект, можете перейти по ссылочке в описании к ролику и либо просто не пропускать рекламу. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор, ведущий Олег. Заслужите доверие и уважение, и у вас все получится. Всем спасибо.